Здравствуйте, дорогие клиенты и любители драгоценных камней. Мы вновь не перестаем затрачивать свои усилия и уделять внимание вашим вопросам и темам, которые актуальны для вас, которые вас волнуют, и ответы, на которые вам интересны. И с нами наш гемолог и владелец нового латвийского ювелирного бренда Константин. И мы поговорим сегодня на самые-самые животрепещущие темы. Начать я хочу вот с чего. Мы столкнулись с ситуацией нехватки драгоценных камней. Вот вчера мне написал клиент, он выбрал камень, а камень уже продан. И конечно, мы можем иногда найти замену, да, но тоже не всегда. Это связано прежде всего с высоким качеством камней и с огромным спросом на драгоценные камни. Я понимаю, что приходят новые клиенты, которые вот только увидели, да, но вот как бы ты прокомментировал эту ситуацию? Есть ли действительно дефицит камней? Есть ли нехватка? Всех приветствую. Ну, смотри, как тут не дело даже не в дефиците, да. Дело в том, что большинство камней, которые мы выставляем, как правило, они продаются быстро, поэтому те клиенты, которые находят старые камни, ну, на видео, да, то чаще всего они уже проданы на момент. Но расстраиваться тоже не стоит, потому что вы можете оставить свою заявку у нас на заказ, да, такого похожего камня, и мы в течение какого-то времени найдем для вас что-то подходящее. Вот. А в целом, конечно, на хорошие камни всегда, в последнее время всегда дефицит, да, и дело в том, что хорошее качество, оно встречается не так часто, да. Вот большинству кажется, что камни, вот они идут одним потоком, да, какие хочешь, но и мы получаем заказы, да, тоже от клиентов. А дело в том, что найти не только подходящий камень, да, ну, который просили там по каратности или по цвету, да, а еще и по чистоте, да, и по качеству огранки, да, это достаточно сложно, да. Если вы хотите получить именно качественный камень, конечно, надо подождать, да. Вот. Ну, так, в принципе. Насчет подождать, вот я сегодня с нашей клиенткой обсуждал эту тему как раз, что мы работаем на чиле, очень расслабленно, без суеты, никакой спешки. И людям это нравится, оказывается. Да, говорят, куда спешить? Мы подождем. Главное, найдите камень, который нужен. В данном случае спешка только навредит, да. Если я уже говорил, если у нас в предложении стоят уже камни, они уже есть в предложении, они вам понравились и вы хотите приобрести, если они есть в продаже, это никаких проблем. Но если вы хотите действительно что-то похожее найти хорошего качества, это нужно ждать, конечно. Ну, и в нашем случае, кстати, это не надо ждать там 3 месяца, да, или полгода, как у других дилеров. У нас это делается гораздо быстрее. То есть в течение месяца это очень быстро считается. Если вы оставите заявку в какой-нибудь компании, там немецкой, на какой-нибудь камень, вот, можете ждать 3 месяца, полгода. То есть эту заявку. Плюс вам еще надо будет заплатить депозит за это. Вот. Мы не берем никаких предоплат, вот, на данный момент. Только если человек хочет резервацию сделать уже на как конкретный камень. И то в некоторых случаях только. Вот. Поэтому подождать там неделю-две, да, это я считаю, очень быстро. Это даже не долго, это не на чиле, как ты говоришь, это быстрый сервис.
Да, мы были Кстати, видели. говоря, клиенты сами предлагают депозит, сами предлагают сделать предоплату. Да, ну смотри, я когда я вижу, что клиент серьезно настроен на покупку, действительно, он там и предлагает депозит и так далее. Я уже говорил, для меня не важно там то, что там, человек предлагает депозит. Мне как бы чужие деньги держать у себя не обязательно. Но если я сам прошу депозит, да, если я в чем-то не уверен, когда клиент там, скажем так, меняет свое мнение часто, да, и так далее, тогда я могу сам потребовать депозит, да, в этом случае, конечно, потому что, ну, потерять много времени, да, на поиск какого-то конкретного камня, или когда человек не определен, да, часто бывает, когда он не знает просто сам, что он хочет, да, с такими клиентами, конечно, очень сложно работать, потому что когда ты показываешь какие-то варианты, на которые ты потратил время, он тебе говорит, это не подходит, это тоже не подходит, да, там, и 10 вариантов ему не подходит, да, то есть, ну, ты видишь, что человек просто там сидит, развлекается, да, ну, в данном случае, конечно, если я вижу, что человек отказывается там от моих предложений, тогда я уже пытаюсь его конкретно, скажем так, подвести к тому, что он хочет, чтобы он показал желаемое фото конкретно, да, и тогда я уже могу определиться. Дело в том, что искать камни под заказ, это почему большинство берут депозит, потому что это потраченное время, да, впустую, если человек отказывается от какого-то камня. Или, допустим, человек сегодня не может заплатить, да, он может заплатить там через 5 дней, да, скажем так. В этом случае мы тоже можем попросить депозит. Это как бы, ну, обосновано. Но, в принципе, он мне не нужен, этот депозит. Я могу, если человек серьезно настроен на покупку, да, он пришел со своими конкретными пожеланиями, я могу для вас найти этот камень, да, просто подождите. Вот. Очень хорошо. Ну и еще одна тема, потом перейдем к комментариям зрителей. Это люди мне пишут из разных стран и хотят с нами вести бизнес. Что гарантирует успех бизнеса? Это первое, конечно, надежные поставщики драгоценных камней высшего качества и психолог, поэтому успех обеспечен вашему бизнесу, и мы с удовольствием будем сотрудничать. И я бы хотел тебя спросить, Константин, вот насчет твоих брендовых украшений. А можешь ли ты увеличить, допустим, производство, да, чтобы открывать какие-то представительства своего бренда в других странах? Дело в том, что со мной связывались тоже люди, которые хотят покупать у нас украшения, да, и продавать их через свои веб-сайты и так далее. Тут такая история, да. Если у нас идут партнеры как B2B, да, бизнес to бизнес, то тут совершенно по-другому. Тут нельзя работать под заказ, да. Тут такие партнеры, они, как правило, должны купить определенное количество драгоценных камней для своего веб-сайта, да, для своего магазина физического, если он существует. Этот товар должен быть в наличии у этих людей, потому что если это будет делаться под заказ, то получится обычная история. Люди заказывают определенный товар через интернет, и они его не получают, потому что, допустим, он продан, да, на момент заказа, да. Тут уже я работаю, кстати, в этом направлении, да, и я сейчас закупаю камни лотами, да, для таких партнеров, да, то есть я сразу уже, он мне говорит, ставит задачу, допустим, мне надо турмалины, гранаты, сапфиры, да. И я уже ищу
То есть не по одному камню, да, ищу таких, ну, поставщиков, обращаюсь к таким, кто работает оптом, да, и у кого можно выбить оптовую цену, эта цена будет всегда дешевле, еще дешевле розничной, да, даже нашей оптовой цены, я имею в виду. Но там можно приобрести сразу за один, ну, плюс этого в том, что можно, то есть за одну покупку приобрести много камней. Это подходит как раз для тех, кто занимается бизнесом, и они покупают сразу, там, допустим, 5-6 лотов различных камней, выставляют у себя на своих ресурсах и магазинах, да, и продают просто. Вот. Но в данном случае уже под заказ, да, это уже не получится, да, сотрудничество. Под заказ это больше такое эксклюзивное, ну, это уже конкретно с клиентом можно работать, да, который один камень заказывает, да. А под заказ искать огромное количество камней, да, это, ну, это надо иметь огромную компанию, да. Вот, поэтому. Да и в принципе, зачем это нужно? Потому что лучше сразу настроить правильно бизнес, да. Ты продаешь просто лотами, а те люди занимаются уже своей операционкой, скажем так, да. Ты не занимаешься чужой операционкой просто-напросто. Вот и все. Да, все верно, все верно. Так что будем рады сотрудничеству, пишите, и все получится. Ну и теперь вопросы от зрителей наших. Вот Лидия пишет, разве у негретого танзанита не должен быть и коричневатый цвет? Танзаниты бывают разные, ну, негретые, да, они могут быть и коричневые, и желтые, и красные, и даже там розовые, когда они в негретом, да, видят. Синие, да, вот самые все-таки, понимаете, когда люди говорят про танзанит, да, они ждут синий цвет, да, это он как бы зарекомендовал себя тем, что он похож на сапфир, просто имеет более дешевую, значительно дешевую цену, да, вот, и если танзанит не гретый, и он там какой-то мультиколорный, да, там, ну, или он каких-то других оттенков, да, мне, кстати, нравятся такие танзаниты, они очень классно выглядят в украшениях, вот, и они, кстати, будут расти в цене, они растут в цене, но они не настолько дорогие, насколько дорогие синие, да, танзаниты, негретые все-таки. Это лидер, да, в танзанитах. И синие танзаниты, негретые, что я заметил, они при дневном свете, при холодном, да, они абсолютно синие, как сапфиры. У них нету фиолетового оттенка. Вот у гретых синих сапфиров, у них даже в холодное, ну, освещение, да, дневное, у них все равно будет виден фиолетовый оттенок. А вот у негретых я заметил такую особенность, что они не гретые, да, что они не выдают фиолетовый цвет. Да, и вот та же зрительница спрашивает, как определяют, что танзанит негретый? Гемологическая лаборатория определяет. Вот. Там Глазом есть. вы никогда не определите, да? Нагревание камня можно только определить через гемологическую лабораторию на данный момент. Ирина пишет, я влюбляюсь в камни так, что сердце вспыхивает огнем. А как бы ты свою любовь к камням описал, Костя? Ну, слушай, это моя профессия, да, поэтому, скажем так, у меня такие, скажем так, взрывные эмоции уже они позади, больше я уже готов ко всему, потому что видел уже очень много интересного, но уже просто знаю то, что нравится мне, что я уже хочу для себя конкретно найти. Вот. Восторг вызывают, конечно, очень красивые чистые камни, когда хорошего качества, когда делаешь хорошую покупку, да, и ты доволен уже, когда ты получаешь сам результат
на руки, да, тогда, конечно, это очень приятно. И приятно не только за себя, но и за клиентов, которые получают хорошие камни. Да, то есть ты уже привык просто, ты уже такой, у тебя уже любовь не вот это конфетно-букетный период Да, прошел он, да. любви драгоценным Не, камнем но он прошел. иногда встречается это, ну, первая влюбленность, когда, конечно, появляется какая-то крупная сделка, хорошая, именно хорошее вложение денег. Ну, я же сам тоже что-то покупаю для... Вот сейчас я сижу и как раз собираю камни на украшения, вот, и То есть, собираю композиции различные, думаю об этом. да. Ну хорошо, а сейчас у тебя любовь такая уже привычная, такого семейного человека. Да, что-то А, такое. да, а вот циркон с опаловым эффектом у нас появился очень красивый. Вот уж, Да. это же тоже. Наверное, многие не видели и не слышали про такое. Вот что бы ты мог сказать? Ну, смотри, он интересно выглядит, да. Это камень не инвестиционный, он больше для такой коллекционера или для какого-нибудь украшения хорошего, да. Но не сказать, что это самое, что он там какой-то там. Можно потише, пожалуйста. Ну вот, в общем. Не сказать, что он инвестиционный там какой-то. Это обычный циркон, просто он имеет включение вот этого дыма, да, внутри, который придает вот этот вот неоновый оттенок. Да. Опаловый. Опаловый эффект, да, вот этот вот. Да. Ну, очень интересный камень, интересный. Так, смотрим дальше, смотрим дальше. Константин, добрый вечер. Расскажите про дисперсию. Какой рейтинг у камней по этому параметру? Заранее благодарю. По какому параметру? Ирина, дисперсия. В смысле, я не понял вопроса. По какому параметру? По параметру дисперсии, какой рейтинг у камней? Ой, ну там разные рейтинги, ну, разные камни, ну это перечислять. Не надо мне задавать вот таких вопросов. Это, ну, вы можете сидеть там сами в интернете, читать эти все рейтинги, да, там по дисперсии. Дело в том, что, ну, самую высокую дисперсию, конечно, имеют там бриллианты, да, сфен вот имеет очень высокую дисперсию, там различные там редкие виды гранатов, да, те же сапфиры, они имеют высокую дисперсию. Вот. Там рейтинг, ну, все это очень индивидуальный вопрос, да, то есть у одного камня может быть разная дисперсия, да, там, скажем, у сапфира. Если он имеет плохую чистоту, у него абсолютно разная, ну, дисперсия у чистого камня и у... И это больше такая характеристика, ну, скажем так, но если именно сила дисперсии, ну, это уже такой глубокий вопрос, ну, как бы, и индивидуальный, кстати, относительно каждого камня. Вот. Да, это... И я хочу подчеркнуть, что если вы задаете вопрос какой-то, именно который вы не знаете, да, вы хотите что-то узнать интересное, там, спросите всегда. Но не надо меня там проверять там, на знания там, ну, каких-то уровней дисперсии, рейтинги какие-то составлять. Это, ну, как бы, такой вопрос, знаешь, ну, это... Просто Нет, люди не понимают, нет. что, ну, спрашивают. Это По-моему, нет. индивидуально, да, для Да, каждого как. конечно. По-моему, ничего тут нет страшного. Нормальный вопрос зрительница задала про дисперсию, да?
Какой камень, вот, какие камни Ну, бриллиант обладают самым? считается самой Бриллиант, высокой конечно. сверхъестественной. Да. Титанит, вот сфен, да, Вот очень высокая сфен, сфера. правильно. У Что еще? сапфиров хорошая Циркон. дисперсия, да. У тех же турмалинов у них тоже высокая дисперсия, да, у Конечно. чистых, хороших, ярких камней. Конечно. Вот вам Вот. и Таволита, жизнь. у демантоида высокая дисперсия, да. Почему демантоид называют зеленым бриллиантом, да? Он имеет высокую дисперсию, да. Дисперсия — это отражение цвета, ну, Да, цвета, да, преломление. блеск, блеск так называемый, да. Да. Так что рассеивается свет, и где больше этого, там и ценнее камень. Циркон, Да, конечно. но тут все зависит, говорю, очень индивидуально От от каждого. камня. Да. От камня, конечно, конечно. Вот, потому что, ну вот, так надо смотреть. Молодец, хороший вопрос Ирина задала. Мы вспомнили камни красивые, которые, кстати говоря, все эти камни есть у нас на канале, и все мы их предлагаем, кроме бриллиантов, может быть, да? Хотя у нас есть кольцо с желтым бриллиантом Скоро и... будут кольца с бриллиантами, я тебе О, говорю. будут кольца с бриллиантами, друзья мои. Но лучшие друзья девушек скоро появятся и у нас. Серьги, кольца с бриллиантами скоро будут на стриме у тебя. Отлично, отлично покажем, и вы сможете купить кольцо с камнем, о котором все говорят. Бриллиант. Да, это прекрасно. Ну что ж, идем дальше. Много интересных вопросов от наших зрителей. Молодцы, что спрашиваете, задаете вопросы эти. Я думаю, что не забывайте подписываться на наш канал обязательно. Вступайте в наш клуб. Это группа в Телеграме. Называется она Международный клуб любителей драгоценных камней Golden Gems. И в описании к данному видео вы найдете ссылку, так что присоединяйтесь, чтобы не пропустить ни одно видео, ни одно предложение камней, чтобы быть всегда в курсе событий и купить свой камень, не упустить уникальную возможность купить драгоценный камень высшего качества по лучшей цене. Вот. Ну что ж, продолжаем общение с гемологом и владельцем нового ювелирного бренда Константином. И сегодня наши клиенты ждут свои камни, которые они хотят увидеть. Да, рубины. А потом у нас идет турмалин Параиба. Турмалин Параиба, я сразу скажу, он будет только на следующей неделе. Он сейчас находится в лаборатории в GIA, да, весь этот лот. Он выйдет на следующей неделе из лаборатории, тогда я могу его предложить. Да. Мы тогда будем видеть конкретные размеры. Все, ну, если в камне масло. Сейчас, кстати, турмалин и Параиба пошли с маслом. Ну, этот камень тоже имеет много включений. И сейчас вот я заметил, что есть появляются турмалина Параиба с маслом, и в GIA указывают, да, этот момент. Поэтому я жду сначала сертификаты, чтобы мне лишний раз просто не предлагать клиентам то, чего я не знаю, да. Я попросил отправить все камни в GIA, потому что это супер дорогой камень. Мы несем как бы ответственность за это. Поэтому на следующей неделе будут готовы сертификаты, я вышлю фото. А рубины, как наши рубинчики? Рубины? Конкретно какие рубины, напомни, пожалуйста. А, звездчатые рубины. А, звездчатый уже готов. Все, уже готово видео. Я от тебя заказ. Сегодня получил видео. Звездчатые рубины. Да. И я тебе скажу, даже их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Шесть штук Вау, мы очень скинем круто. отличного качества. И человек сможет выбрать. Они даже различных оттенков. Есть такие розовые, есть красный, конкретно рубиновый такой цвет. Есть такие более фиолетовые оттенки.
Отлично. Но мы. Это редкий камень, да, и поэтому его в хорошем качестве его очень сложно найти именно в хорошем качестве. В плохом можно, да, но в хорошем и с красивой звездой это относительно большая редкость. Да, но вот тебе удалось все-таки, видите, поэтому, дорогие наши клиенты, любители драгоценных камней, заказывайте камни, которые вы бы хотели, либо спрашивайте у нас. Может быть и так, что вы просто хотите себе камень какого-то цвета и каратности и стоимости. И просто напишите об этом, и мы вам предложим что-то, правильно же? Да, я говорю, нужны конкретные пожелания, да, вот желательно с фото. Почему я уже говорил тебе, что оттенки у камней, они очень разные, да, могут вот попросить, мне нужен розовый турмалин, да, розовых оттенков у турмалина огромное количество, да, может быть там и розово-красный, да, и может быть там афганский, там baby pink, да, вот эти цвета. То есть там фламинго, да, он может быть пастельно-розовый, может быть ярко-розовый, да, то есть лучше всегда фото цвета, какой, ну, примера, да, то есть найдите в интернете, какой примерно вы хотели бы цвет, нам будет легче работать просто и быстрее. Конечно. А когда вот ты рисовал картины, тебе сложно было цвет подбирать? Или же там много? Нет, я любил работать с цветами. Ну, мне, кстати, несложно было подбирать. Кстати, мои вот коллеги, которые там рисовали, тоже мои, ну, ребята с моей команды, у многих была проблема, кстати, с сочетаниями цветов, да. Потому что, допустим, они делали какой-то светлый контур слишком, да, он не смотрелся, нельзя было видеть конкретно формы, да, размывался, да. Но я как-то изначально уже с цветами очень хорошо. У меня и украшения, как бы, да, цветные, как ты заметил, да. Вот, я сейчас сделал два кольца с сапфиром, с желтым, да, одно сделал ПВ с белым сапфиром, второе ПВ сделал с сапфиром под Параджа, и оба получились очень интересные кольца. Я их покажу обязательно. Да, и я бы очень Они хотел. вот сейчас из сертификации как раз вот пришли сюда. Вот я сегодня забрал их с сертификации, они прошли хорошо сертификацию, такие классические кольца. Ну, я их отдельное видео сделаю для них. Вот, и вот с сапфиром под Параджа и желтым сапфиром такое интересное сочетание получилось. И необычное такое, знаешь, вот что мне понравилось, вот кольцо совершенно имеет вот этот индивидуальный такой вид внешний. Понимаешь, необычно очень то, что вот такой оранжевый, да, сапфир, да, оранжево-розовый, лотосный, применили с желтым, да, и вот выглядит просто потрясающе. Мне нравится. Вот главное, что нравится мне, и клиенту он понравится, когда, ну, когда они встретят это кольцо тебя на стриме, я думаю. Абсолютно. Но я бы хотел даже раньше показать и Да, я знаю. Ну, ты скоро приедешь, да? дать возможность нашим подписчикам и участникам нашей группы в Телеграме, нашим Да. членам На этих нашего выходных, клуба. Максим, я думаю, мы сделаем стрим на этих выходных. Приезжай в Ригу, да, и мы сделаем хороший стрим, все покажем, интересное. И... Я только с удовольствием. Мне так Да. нравится. Все, что мы Да. делаем, что я с удовольствием приеду. А я бы хотел уже сегодня показать нашим зрителям твои кольца и Угу. дать возможность самым вот постоянным нашим подписчикам и участникам клуба возможность приобрести, потому что это уникальные брендовые кольца, очень красивые, очень оригинальные. С натуральными камнями высшего качества. Да, именно. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни один ролик, ни одно интервью, ни одно видео с украшениями и драгоценными камнями. И, конечно, вступайте в наш клуб.
Чем больше нас будет, тем лучше. И вот я сегодня общался с одной клиенткой замечательной нашей. И вот мы говорили про любовь к драгоценным камням, что эта любовь, она самая большая. Вот все, что мир может предложить, это все ничто по сравнению с красотой драгоценных камней. Вот ты согласен с этим, Константин? Ну, конечно, драгоценные камни — это сокровища, да, даже вот когда мы говорим про какие-то сокровища, да, всегда представляем себе драгоценные камни, да, украшения. Дело в том, что, да, понимаешь, что вот говорят там энергетика, да, там и различные вот эти. Вот сегодня ко мне приезжала клиентка, она эзотерик, да, вот, закончила курсы и очень мне показывала диплом свой, очень была счастлива. Но дело в том, что, понимаешь, самое главное, что камни, они дарят эмоции, да. Вот эти эмоции, вот знаешь, когда женщинам дарят цветы, они испытывают эмоции, да, но цветы, они вянут, да, и все, и память, ну, остается только фотография у них, да, от цветов. А тут этот цветок ты можешь носить, то есть, который тебе дарит эмоции каждый день, да, это, ну, это, конечно, Каменный топ. цветок. Каменный Да. цветок, да, это действительно так. Кольца – это каменные цветки, цветы, которые… И память-то может отшибить, правильно? А может просто быть Понимаешь, изначально девичья память, и все да. зарубается. Дело Да. в том, что это воспоминание всегда. Вот казалось бы, да, вот если мужчина дарит. Кстати, вот что я хочу сказать мужчинам: дарите женщинам украшения. Почему? Потому что ни один другой подарок, ни там телефон, ни машина и так далее, они не заменят им такого ощущения, потому что это кольцо, оно всегда останется с женщиной, да? Вы с женщиной, возможно, с этой не останетесь, но это кольцо и эти воспоминания, да, они останутся у нее навсегда у вас, да? То есть украшения Да, тоже, как, ну, можно забыть первый поцелуй, можно забыть первый секс, но забыть первое кольцо от нового латвийского ювелирного бренда невозможно. Не то Женщина чтобы забыть его, должна да, девушка будет его носить, да, ну, любая женщина, да, она будет носить его, и, конечно, она будет всегда смотреть на это кольцо и помнить о том человеке, который подарил. Кстати, я заметил, что вот большинство моих клиентов, женщины, они сами себе покупают кольца. Вот это меня, кстати, удивило в этом бизнесе, почему мужчины, ну, есть мужчины, которые заказывают своим женщинам кольца, но в большинстве своем заказывают женщины сами себе, да, правильно. мужчины почему-то, Что, не знаю. чтобы не забыть про самого любимого и дорогого человека в своей жизни, про самую себя. Правильно. Да, Вот. именно. Любовь к себе – это начало романа, который длится всю жизнь, писал Оскар Уайльд. И вот это и есть проявление любви к себе. Так что здесь ничего нет зазорного в том, что женщина покупает себе украшения сама. Это проявление любви к себе. Молодцы, умнички, так и делайте дальше. А мужчины где дарят? Это в патриархальных обществах, Константин. Вот, допустим, в религиозных, там, где мужчина главный, он выбирает женщине и украшения сам, и аксессуары сам выбирает, и все. А ей остается только кивнуть, согласиться, улыбнуться и носить это все. Так что можно сказать, что мужчины это для себя покупают, хотя носят их жены. Ну а у нас общество, оно либеральное, поэтому здесь женщины имеют деньги и Власть. зарплаты, да, и поэтому сами себе делают подарки, что тоже нормально. Главное же все-таки в отношениях – это любовь.
И поэтому женщина создает пространство любви, а мужчина проявляет заботу и великодушие. Вот это женское и мужское поведение. А уж кто что покупает себе, это дело десятое. Но для человека важно иметь материальные ценности. Почему это так важно, Константин? Как ты думаешь? Ну, смотри, вот ты понимаешь, что женщина, да, она, как правило, у нее другая психология, да, абсолютно. Вот в плане женщина, во-первых, это эмоциональное существо, да, и она как бы она всегда будет рассматривать мужчину как материальный достаток в любом случае. И это нормально, в этом нету ничего плохого. Это ее природа, да. И любая женщина, ну вот любовь любовью, да, но она всегда, вот даже касаемо украшений, да, вот говорим, да, для любой женщины ее украшение это ее инвестиция, да. Это, то есть, ее подушка безопасности, да, она ее так воспринимает, да, свои украшения, в любом случае, вот, какой бы там она даже богатой ни была, почему женщины ждут бриллианты, да, и так далее, почему, потому что, ну, для женщины очень важно, вот, если мужчине там не важно, что подарить, он там может подарить ей там муассанид, да, ну, допустим, он подумает, зачем там бриллиант, ну, он там потеряешь еще где-нибудь, да, это для женщины очень важно, да, чтобы ей подарили натуральный камень. Она относится к деньгам совершенно по-другому, женщины относятся. Они могут очень легко тратить чужие деньги, но не свои. Вот свои деньги, они не будут никогда расставаться с ними легко, это раз. А второе, у каждой женщины, да, в отличие от мужчин, у каждой женщины есть всегда своя подушка безопасности, как какое-то накопление, да. Вот если мужчина, он там, ему свойственно там, ну, тратить деньги там, он может рискнуть там, вложить все там, да. А женщина никогда так не будет делать, да. Она все-таки будет всегда думать о завтрашнем дне, и поэтому женщина как бы является, скажем так, в семье таким, ну, скажем так, ответственные за как За бы семейный хранение. капитал. За То есть хранение, да. да. Поэтому и когда разводы случаются, то женщина старается все себе забрать тоже, Ну, в чтобы... принципе, она и понимаешь, какая ситуация. Ну, так устроен мир, да, тоже. Я уже говорил, никто никого, то есть насильно в ЗАГС не ведет, да. Если вы сделали уже предложение человеку, то вы должны осознавать то, что вы проживете с этим человеком до конца своих дней, да. Константин, какие у тебя представления патриархальные, прям из индийского Ну, я общества? считаю, что, Это ну, жениться там по не 10 раз, европейский, не ну, слушай, европейский. жениться по 10 раз, ну, и там судиться с кем-то, дети живут отдельно, для меня это неприемлемо, мне это не нужно. Я лучше вообще не буду жениться, чем я буду жениться, там, иметь 5 жен, каких-то детей, потом после моей смерти все эти дети там переругаются между собой, там, и все эти жены будут там воевать за какое-то наследство и так далее. То есть это, Вот ну, ты для тут меня это всегда фантазируешь. проблема. Многоженство – это всегда проблема. Даже у арабов, у которых это принято вообще, да, в культуре и в религии, даже у них это создает огромные проблемы. Просто люди об этом не знают, так как они это в Я обществе… знаю, я знаю, мне рассказывали. Ну, спасибо. Как всегда, очень интересный разговор с гемологом и владельцем нового латвийского ювелирного бренда Константином. В следующем видео мы покажем вам кольца. Подписывайтесь, камни, подписывайтесь на канал, пишите, будьте с нами и ждите стрима и новых украшений. Благодарю. Хорошего дня и Ну, удачи. спасибо тебе тоже, Максим. Спасибо. Благодарю.